Μάξιο. Генуезька та Посмітного. Переповнені автомобілями. Усе через щільну забудову Гагарінського плато. Щоб розвантажити дорогу, в мерії створили робочу групу, яка повинна вирішити питання заторів від 7-ї станції Фонтана до площі 10 квітня. Задачи достаточно сложные, достаточно непростые. В первую очередь это понимание выезда и заезда на саму территорию Гагаринского плато, необходимости заезда беспрепятственного машин, осуществляющих срочное медицинское обслуживание наших спасателей. До 10 октября, согласно распоряжению мэра, если мы найдем все точки соприкосновения с инициативной группой жителей, ему будет доложено о результатах работы. Улица Генуэзская, Посмитного, Гагаринская плата и так далее. Достаточно сложный узел, и Каманина в том числе, сложный. Поскольку престижный район, его можно отнести к этому разряду, очень многие застройщики были заинтересованы там работать, развиваться, зарабатывать деньги. В то же время есть определенные законом наши взаимоотношения. Взаимоотношения с застройщиками. 4% от жилья, строительства жилья, они отдают в денежном эквиваленте, в денежном выражении, дают в город. 4%, как я уже сегодня говорил, за определенные года, вот в этом году это будет 140 миллионов, ранее в 2016 году это было, по-моему, 114 миллионов. В останні місяці через транспортні проблеми в районі плато перекривали дорогу. Акцію влаштували активісти та мешканці новобудов. Редакція.